Приветствую вас, друзья, сердечно. Ну, мне там часто пишут, сколько стоит эта картина «Ангел-велосипедист». Не продается. А вот вебинар, который у нас прошел, такой замечательный, роскошный, с Аленом Алиевым, с моим сыном, психологом и художником, можете приобрести. Ну, как это сделать? Я еще скажу, потому что я не знаю, как это сделать, объявление такое или как. Подскажите там в комментах. Вебинар только что прошел. Потрясающий вебинар. Много полезного. Много полезного и Олен рассказал, и я рассказал, и там выступали в Зуме люди с вопросами, на них на всех отвечали. И они были довольны, потому что школа наша «Человек будущего», «Homo Futurus» – школа человечности. Мы делились своим опытом, они были довольны, и мы там решили, что следующая встреча наша должна происходить под эгидой «Поможем детям», чтобы все собрались со своими детьми. И одновременно в этот момент я бы рассказал, как педагог. Я же обучал не только олимпийских чемпионов, я обучал школьных преподавателей, я обучал директоров школ, я многих людей обучал. Я же уже старый, так сказать. Поэтому решайте, решайте. Что касается картин, любую картину можно сфотографировать, вы можете ее приобрести. Я тоже подумаю, как. И распечатать у себя на холсте этого же размера в вашем городе, где вы живете. Да. Друзья, с Ютубом что делать? Ну, естественно, идет тестирование. Как народ отреагирует на замедление Ютуба, на угрозу его выключения. Смотрят на вас, на меня, на всех. Как мы отреагируем? Понятное дело, что нельзя выключать YouTube, потому что, ну, YouTube смотрят многие люди, и даже сами эти высокие начальники смотрят. Дай им Бог здоровья, когда они в этот момент смотрят, потому что они поймут, что и как надо делать, а не только то, что они делают. Вы меня понимаете, о чем я говорю так аккуратно? Берегу канал. Ну, понятно, да, друзья? Будем все вместе. Вместе мы сила. До встречи.